В других обстоятельствах вы были бы уже мертвы, говорит он, после чего поднимает руки. А зажигаю на всякий случай фонарь все же на щите. Ну, на самом деле ситуация не меняется. Вы находитесь на небольшом пересечении, грубо говоря, туннелей. Ты теперь гораздо лучше его видишь, но ничего прям такого на нем ты не замечаешь, ничего неестественного. Единственное, что его оружие, скорее всего, ты ожидал увидеть у него в руке, а не на поясе. Его пистолет. Но нет, он останавливается и держит руки вверх. И что это значит? Насколько я знаю, у вас это значит, что я сдаюсь. Нет, а чем обстоятельства отличаются от тех, в которых мы должны быть мертвы? Наверное, в том, что вы убили всех нас. Так, сейчас, ну-ка. Нет, вряд ли 13 на биологии, нет, даже 9 на биологические науки, то есть то фигню, которую я сжег в подвале, сопоставить с их смертью вряд ли можно. В подвале? Ну, под ВЗС. В систему охлаждения, которая оплетала и... С пылью сопоставить? Нет, вообще нет, можно сказать, нет связи. Но то, что они мертвы, я понимаю. Ну, с чего? Вы-то живы? Вам-то, наверное, лучше об этом знать. Ну, если вы настроены не превращать все в кровопролитие и поговорить, как подобает людям, может быть, давайте поговорим? Только держите пока руки в таком положении, чтобы... Нам было спокойнее. Это способствует, знаете ли. Можешь опустить руки. Я знаю, если ты вырастешь с пустыми руками или с оружием, разницы будет не будет никакой. Это правда. Но... По-моему, слишком громко. Да. Сейчас, одну секунду. Потише сделаем. Так. Чуть-чуть хотел. Да, это правда. В принципе, я не удивлюсь, если вы меня расстрелитесь прямо сейчас. Но, мне кажется, это будет никому из нас не нужно. Ты первый, кто с нами по-серьезному захотел поговорить, так что действительно. Задавайте. Я отвечу на любые ваши вопросы, если вы сохраните мне жизнь. Тот, кому раньше принадлежало это тело, от него там, указываю на голову, хоть что-то осталось? От него остались его воспоминания, его эмоции, отношения. Благодаря этому я и могу знать, как мне себя вести. Хорошая тема. Сильная. Ловкая. И брата его тоже убил лично ты. Да. Это вызвало огромное количество неприятных эмоций с его стороны. Но, как бы там ни было, если я умру, умрет и он. Мне кажется, что он уже умер, по сути. Наверное, тогда стоит начать с того, что сейчас в принципе на слуху. Что это был за номер с ПЗС? Это обычная диверсия. Которые, по-моему, вы так это называете. У нас есть договоренность.
На самом деле, уничтожение ПЗС не входило в наши первоначальные планы. Мы просто воспользовались... Я просто воспользовался возможностью, которая у нас появилась, у меня появилась. Будет тяжело, я знал. Будет тяжело. Договоренность? И с кем же? С теми, кто может предоставить мне то, чего у меня пока еще нет. А я могу предоставить им то, чего им не хватает. Альянс, вы называете это так. Для человека, который готов на конструктивный диалог, вы уж очень много говорите загадками. С кем вы вступили в договоренность? Один из кланов Литнёвов. Ладно, это было ожидаемо. Они предоставят мне возможность изучать вооружение. Им нужны лекарства, которых я могу предоставить в изобилии прямо на этой планете. Занятно. Поблизости от их местоположения. К чему было это нападение на поезд? По-моему, все очевидно. Мне удалось узнать, что... Там едут 4 очень ценных сотрудника. Что на поезде, окажется... Оператор этого позовет. Это была отличная возможность, чтобы проникнуть туда внутрь и уничтожить ее изнутри. Вы ведь понимали, что если будет уничтожена ПЗС, через некоторое время сюда прибудут такие силы, с которыми вы вряд ли справитесь. Это и была цель. Вы знаете... Чтобы сюда прилетели. И вы не боялись, что они после этого вернутся против вас? Без нас эта планета всего лишь еще очередной пункт добычи ценных ресурсов. Не более того, Литнёвым нужно не это. Этого у них и так в избытке. Смотрю на батюшку, как на более культурного человека. Но он говорил про лекарства, то, что им нужны лекарства. В принципе, по культуре Литнёвых я, ну, как игрок, я более-менее понимаю, что у них чаще всего с пищей, провизией, с гуманитаркой проблема. Но я могу... Знает ли это персонаж? Это проверка 5. Ну, тогда, даже если единичка, я ее прохожу, мне плюс 7, так что... Да, ты знаешь, что вообще у Литнёвых из-за их весьма такого буйного нрава, особенно еще во времена Империи, очень... Снег. Да. Их очень прижимали именно таким способом. Именно отсутствием всякого... Санкции по гуманитарке. Да. Соответственно, после войны эта проблема только усугубилась. Да, ну, я это вслух больше для того, чтобы Шика слышала. У них всегда проблемы. Еда, провизия, одежда, наверное, лекарства. Что за интересное лекарство вы можете? Какую-то панацею можете вырабатывать? Множество. Все, что понадобится. И что вам нужно? Это есть только на этой планете? Это есть у меня дома. Это появится здесь. Нужны какие-то условия. Вам... Мне эта планета ни к чему. Мне нужно лишь понять, как работает ваше вооружение и как самому научиться им пользоваться. Подождите, но на этой планете есть что-то отличающее от остальных, что вы можете здесь синтезировать? Нет.
Или вам все равно, вам просто не хочется пускать их в себя? Она находится в удобном для меня месте. Так. Ну и ресурсы, в конце концов, все равно лишние. Так, опрокинуть биологические науки на то, насколько у этих растений развит разум улья, так сказать. Ну это очевидно, да. Что... Можно просто спросить сейчас? Я все равно хотел как бы этот вопрос сейчас задать, то что вы знаете смерти всех ваших, назовем их так, в ПЗС. Вы с ними связаны разумом? Нет, о смерти в ПЗС я пока еще не знал. Так значит, ничего не удалось. Обидно, согласитесь, план был хороший. Не очень понятно. Вы бы хотели... Леднёвы попросили дать им таким образом сигнал или просто предъявить им... Именно. В конце концов. Так, подожди. Я его хочу проницать. Он точно не знал, что... Да, его умерли. Находящиеся на ПЗС были убиты. Ты не видишь ничего, что выдавал мне ложь. Значит... Но если вы не знали, что ваши на ПЗС убиты, с чего вы взяли, что мы причастны? Развожу руками. И почему вы сказали, мы убили всех вас? Вы его на стены... Он немножко опускает руки. Ему уже давно разрешили, но он их только не сделал. Да, ему разрешили. Значит, он поднимается. Он разводит в стороны. Это видно невооруженным глазом. Как это произошло? И когда? Что? Как-то мы даже не заметили, как это сделали. Не знаю же. Я подозреваю, что вы знаете это. Хорошо, когда это произошло? Примерно. Ну, в тот момент, когда тот, кого вы называли Грин и... Блин, как его звали-то? Сейчас, секунду. Я вспомнил, почему тогда хотел смеяться, но потом, ладно. Это про покемонов опять связано. Сейчас. В тот момент, когда Грин и Вон покинули это место, все еще было нормально. Грин и кто? Вон. А. Имя вы не знаете, ну, вы не слышали. Это такой в скафандре. Да. Так, что мы в тот момент сделали? Ну нет, тогда было. А когда уже должно было время проведения диверсии, все уже стало вот так? Я прибыл сюда всего несколько часов назад. Я увидел здесь все именно на тыке. Занятно. Поэтому я не знаю, что здесь произошло. Не могло ли прерывание вашей диверсии вызвать такое? Мы все-таки, как бы это ни было неудобно говорить при вас, нанесли повреждение тому, что опутывало ПЗС? Это было. Мы лишь... допускали вариант, что это не удастся. Хотя уже оказалось, что все в наших руках, в моих руках. Понятно, но... Мы планировали затяжную игру, в крайнем случае. Блин, опять я говорю «мы», он говорит «я» всегда. Да вот поэтому я... ощущение разума, скажем так, у него. Я планировал здесь долгую игру, в крайнем случае. По одному, по два, все новых и новых, пока у меня бы не закончились. Блин, я не записал, как они называют их. Куклы. До тех пор, пока у меня не закончились дрезулги. 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 Ну почти как друзья, только дрезулги. Дрезуга. Дрезуга. Ладно, это название мне, разумеется, наверное, ничего не говорит. У меня нет биологических наук. Тем более, скорее всего, мы первый раз сталкиваемся. Нет, это, да. В первый раз сталкиваемся. Даже проверка не поможет. Так, все-таки смерть того... Я понимаю, что я уже пробрасывал, но чтобы убедиться. Смерть того, что вы обустроили там внизу в подвале, чтобы уничтожить ПЗС, не могло вызвать вот... Нет. Такое... Это всего лишь средство для того, чтобы уничтожить
крепкие сооружения. Да, кстати, если прикинуть размер его ботинок со следами. Один в один. Ну, ты понимаешь, что у него лапы больше такие кошачьи. Именно поэтому у него... А, да, понял. Они чуть больше в ширину, нежели, чем в длину. Ну и сам он чуть больше среднего размера. Ну, игромеханическим все равно средним считается, но он довольно крупный. Так, тогда... сейчас сформулирую. А вот такие каменные, шарообразные существа, вы с ними знакомы? Тут же проницаю на ответ. Один глаз, вроде бы. Я не знаю, о чем ты говоришь. Он, ты абсолютно уверен, что он говорит правду. То есть вы знакомы не со всеми местными? Ну, мне пока что я... Как бы правильно сформулировать. Пока что я только июнем занимался. Ой, июлем, июлем. Хорошо. А все-таки еще раз просто... Вы Летневым вот этот мир, а они вам что в итоге? Они оборужили. Вооружение. Вооружение, да, извини, все вспомнил. Схемы. Возможно, обучение. Все. Это, от конечно... них меня интересует в основном знания. А ведь когда-то мне вот недавно птичкам... принесла на хвостике, что вы хотели дипломатических отношений. Мы... Понимаете, я... Для меня все это в новинку. И у себя дома я никогда не прибегал к тому, что здесь считается нормой. Мне это, конечно, любопытно, и я хочу найти в этом тоже минусы и плюсы. У каждого из вас они есть. А я в этом... В этом мире, можно сказать, младенец. Кстати, насчет младенцев. Можете пояснить? Вот эти... Я просто замолкаю и смотрю на него, ожидая, что он может подскажет слово, как эти существа. Как эта стадия развития правильно называется. А ты на кого? Ты... На споры. На плесень эту. Это симфония. Кстати, я забыл название. И только сейчас вспомнил, что я не назвал название сессии. Я, кстати, с ним так и не определился, поэтому, по сути, оно двойное. Сегодняшняя игра называется «Симфония смерти». Или смерть симфонии. Значит, это, я так понимаю, ваша, можно сказать, детская стадия. Нет. Это все я. И то, что. Это симфония, это ключевая часть меня. Она позволяет мне не забывать тот опыт. Что пережило тело, которое, к сожалению, погибает. Ничто не вечно. То есть... Но симфония постоянно обновляется. То есть ваша планета, по сути, одна большая симфония. Это удобно. Когда-то я был таким же. Небольшим, как и вы. Но со временем я смог подчинить себе всю планету. А когда вот это ваше тело текущее умрет? То есть, это все же хайв-майнд, но своеобразный такой очень. То есть связи нету, но... Вы из-за того, что нету симфонии там и не знали о том, что диверсия не удалась? Если я подойду туда... то я вспомню все, что происходило, и как это происходило. Оставлю то, что важно.
Отброшу то, что не имеет значения. Ладно. Но вы ведь, получается, были во многих телах одновременно. Или это чисто остаточные воспоминания команды, которую вы им отдали? Ну... Кусочек разума может жить без ядра? Конечно. Каждый... Мы живем независимо друг от друга, но мы единое целое. Я живу независимо от себя. Батюшка тоже начнет смеяться. Частица Бога живет в каждом из нас. Слышишь, Шика? Насколько это все похоже, насколько же все это извращено. Я многолик, но например, эта многоликость позволяет мне адаптироваться. Для того, чтобы создать... Скажем так, ну, я сразу поясню, да, вы можете, ну, как бы, вы можете видеть, что ваш персонаж... По сути, это такой hive mind, который не имеет какого-то своего центра. То есть все они вот как бы наравне, но являются вот единой целой. Это понятно. We are the many. Сейчас, дайте мне сформулировать наконец. Для того, чтобы вы Для того, чтобы вас стало больше. Какой процесс должен произойти? Вы должны непосредственно взаимодействовать с вашим будущим носителем. Или же есть какой-нибудь росток, семя? Как все мы рождаемся из семени. Каким бы я ни был. Но это семя, откуда оно берется? Все это происходит примерно под тем же процессами, как и у вас. Ну, какие-то... я сейчас биологически... Пестик, ну, почему? Ну, короче, он тебе, в принципе, описывает, что есть разные виды размножения, и, в принципе, от ваших... Он размножается как млекопитающее, он размножается как растение, он размножается как... Почкование, там... Ну, партеногенез не знаю. Все зависит от того, от вида меня. Ладно, спрошу по-другому. Здесь, вот, в вашей бывшей симфонии, у вас не хранилось каких-нибудь ваших ростков? Мы, собственно, зародыши дзурги. Из них мы сюда их и завозили, чтобы... чтобы управлять телами кто удастся нам. Когда вы вернулись сюда, в каком состоянии вы их обнаружили? Точно таком же? Всё. Или они исчезли? Я лишь убедился, что там, где мы обосновались, все то же самое. Я не хочу, чтобы это повторилось со мной сейчас. Соответственно, я не стал заходить внутрь. Не могу сказать. У меня есть одно подозрение. Те маленькие круглые существа, которых я описывала, мы их встретили при обстоятельствах. Они разоряли гидропонную ферму. Они были явно заинтересованы в некой растительной... субстанции. Они вас выкопали. Они просто отбирали своих детей обратно у них самых. Мне интересно, может быть, эти существа заинтересовались и вами? Ну, теперь куда более интересны эти существа. Но я еще раз повторяюсь, я никогда не видел таких. Их никто не видел, кроме нас. Что странно. Все-таки батюшка, наверное, решается спросить, хотя ему, наверное, очень не хотелось. Вы, когда попадали в тела солов и обладали знаниями, которые они накапливали... Вы слышали о боге. Вы ощущали его присутствие.
Насколько хорошо вы изучили их биологию? Совы были первыми, кто попал на нашу планету. Они были, конечно, уже мертвы к тому моменту. Но этот счастливый случай открыл для меня возможность космических перелетов. До этого момента я был очень долго заперт на своей планете. Даже несмотря на то, что в какой-то момент стал там повсеместен и избавился от всех своих конкурентов. Совы я знаю, пожалуй, лучше, чем кого-либо еще в этой галактике, если не считать родных мне организмов. Я у него спрашиваю, знает ли он про болезнь, которой дочка моя болеет? Что это такое? И... Ну, сначала, что это такое? Он знает ли о существовании такого? Мы договаривались с тобой, чем... Нет, я не знаю. Там просто она чем-то больна. Чем конкретно? Ну, серьезно, смертельно, насколько я понимаю. Или не смертельно, но прям калечище. Сейчас дай подумать. Это немножко неожиданно для меня было. Конечно. Он, ты видишь, что, в принципе, судя по всему, он почувствовал какую-то возможность. В принципе, нет. Я думаю, что мы могли бы договориться. Мне всего лишь нужно... покинуть эту планету. Теперь. Наверное, тут надо пробрасывать волю. На твое усмотрение. Ну да. Я все-таки вместо псионики брал себе стальную волю. Мы решили, что псионику объяснять надо, а стальную волю, ну, логично, что... Угу. Логично, что все произошедшее... Да, закалило мою волю. Ладно. Либо оно должно наоборот калечить. Да. Два на кубике. Ладно. Ну, собственно, не знаю, видит остальные или нет, но соблазн очень велик. Поэтому покинуть эту планету, но как это сделать, ведь? Я думал отправиться вначале сразу отсюда в космопорт. Но боюсь, что служба безопасности сейчас находится... высочайшем уровне настороженности. Поэтому я решил, что это маловероятный вариант. Учитывая нынешние обстоятельства, даже если вы приберетесь в порт, думаю, ПЗС не заставит себя ждать. Да. Выезд из планеты сейчас закрыт для всех. Что ж, достаточно для моих целей. Мне будет достаточно оказаться в июле, наверное. Рано или поздно я найду способ узнать, что здесь произошло. Но в идеальном случае было бы оказаться за пределами до этого. Батюшка просто погружается в молчание в себя. Шейков все же решает спросить. Скажите, а вот эту вашу симфонию, ее невозможно восстановить? Что? Симфонию, возможно ли восстановить ее? К сожалению, мне не удалось победить смерть. Я просто принял, что это естественный порядок вещей. Я умирал миллиарды и миллиарды раз. Я не могу, но, к сожалению, сейчас они погибли не очень удобно, и я не могу ничего знать, что здесь произошло. Но, судя по вашим вопросам, вы тоже не знаете. Но вы говорили еще о каком-то месте, где вы расположились, спрятались, в которой вы не здесь решили. Есть... заброшенное помещение.
У них, наверное, основали свою, можно так сказать, штаб-квартиру. Мы. Я основал свою штаб-квартиру. Господи, очень тяжело. Мне нужно где-то большое «я». Сейчас Word открою. Это моё. Боюсь, даже просто попасть в июль вам сейчас будет сложно. Все в курсе, как и по каким признакам искать тех, кто уже не такой, как был раньше. И, честно говоря, не особо питаю надежд. Но, авось, я слышал, что так... Ну, точнее, я чувствую, что таким образом я могу хоть сколько-то, возможно, надеяться. Шикарно. Но не удивлюсь, если меня пристрелят моментально. Это странно, но ты серьезно? Я, ну, как бы, я понимаю, что я могу быть слаб душой и телом, что я недостойный сын Божий, но ведь он убивал столько народу, ты же сама была в этой гекатомбе. Мы, правда, собираемся ему помогать? Не вижу повода не помогать. И Бейриус, и Тесин ведут свою игру. Не вижу причины начать свою. Но у вас ведь совершенно другая мораль, чем у нас. Это я не то, чтобы осуждение говорю, но вы ведь будете продолжать делать то, что делали. Все мы поступаем так, чтобы развиваться, становиться сильнее и избегать вреда самим себе. А вообще вы на этой планете... Вы не так сильно отличаетесь от меня. Сейчас может быть, потому что эта оболочка все-таки вносит какие-то свои корректировки. А касательно всего в общем... Могу ли я, обладая одним мозгом, вообще хоть немножко ощутить и осознать, чем являетесь вы? И, ну, если бы вот это все было живым. Есть вариант. Но он тебе не понравится. А я о нем задумался на секунду. Может быть, даже больше, чем ты думаешь, но... Да, вопрос. Я на этой планете видел каких-нибудь животных, вообще домашних именно? Нет, наверное, нет. Если не считать твоих вот этих. Но ведь мы прекрасно понимаем то, что даже если бы я был. Даже если бы я пошел на это, меня бы проверили на выходе. Даже если бы я согласился умереть ради всего этого, ради дочки, ради еще чего-то, меня просто уничтожат. И тебя со мной. Я не вижу, к сожалению, выхода, кроме как сдаться. Или понимаю, что это мне тоже не гарантирует. Ну, без нас себе будет сложно, потому что Син приказал стрелять в штопора на поражение. Я могу просто дождаться, когда наступит час Х. И днём сами придут сюда. А, то есть они даже несмотря на провальную диверсию, все равно будут сюда ломиться. Вполне вероятно. Не за лекарствами, а просто так. У них же все есть, что здесь присутствует. Что им, очередной камень нужен? У нас есть договоренность. Они не должны были прилететь сюда в любом случае. Без позаимств. Если бы мы подали сигнал, скорее всего, они завтра были бы уже здесь. Ну, в общем, действительно, сейчас ситуация довольно сложная. Но сколько ты здесь можешь прожить? Здесь, в пещерах. Мне, к сожалению, также нужно питание, как и вам. На 2 дня мне хватит воды и еды.
ладно. Ладно, хорошо. Если пока что отставить в сторону твоего спасения с этой планеты, можешь рассказать вообще, что здесь произошло? Про нападение на поезд, про то, как ты вел пленных. Ты знаешь, что в мае происходит? Почему его поставили на карантин? Очень уж не похоже это на сезонное обострение гриппа. Про мая мне известно не больше вашему. К сожалению. Что же касается... Насколько я знаю, он сейчас бушует какая-то болезнь. Ну и все. Что здесь произошло? Первой была Дарина Нор. Врач. Она прибыла сюда уже с достаточным количеством зурга. И, собственно, с нее все и началось. Постепенно. У нас не было. У нас не. До тех пор, пока мы не дали знать Литневому, что наша часть плана, мы переходим к следующей стадии. У меня было достаточно много времени. И постепенно мы набирали людей. Вначале мне повезло. Как это сказать? Подчинить себе одного из шахтеров, который в... Был не очень хорошим человеком. Нет, кстати, он не про него говорит. Новый из шахтеров, который устраивал диверсию с роботами, что позволило довольно с небольшим уроном обезвредить всех его коллег. Они и стали основным пластом для моего развития здесь. Также нам периодически, одним раз нам достался, мне досталось это тело. Это и позволило узнать информацию о том, что вон приезжает сюда. Были менее значимые жертвы. Просто чтобы увеличить нашу численность и распространение. Я после того, как я завладел воном, я создал видимость того, что он совершил побег. И, соответственно, таким образом он попал. Я попал на завязку. В его отличие. Совместно мы уничтожили все сопротивление на ПЗС. Не оставалось только уничтожить. Я отправился сюда, чтобы подорвать еще один туннель, который ведет к ПЗС, чтобы выиграть достаточно времени, чтобы точно к появлению Литневов. Да. Появлению Литневых никакого ремонта не было обеспечено. Но, судя по всему, что-то пошло не так. Видимо, я не успел. Литневы не посвящали тебе в свои планы. Беремас от них активно очень избавлялся. Они, видимо, планировали здесь что-то еще, пока и позволяли здесь находиться. Или он что-то заподозрил? Судя по всему, Литневые где-то допустили ошибку, и их флот был замечен. Передвижения их флота были замечены. И, видимо, Беремас был достаточно умен, чтобы среагировать на это. Так-то они бы наверняка помогли. Хотя, честно говоря, большая часть из тех, кто были в охране, никак не относились к тому клану, с которым я договорился. Я не поддерживал никакого контакта непосредственно с Литневыми, которые находились здесь. Я действовал на свое усмотрение. В крайнем случае, я бы
продолжал бы постепенно вести эту битву, эту борьбу на изнеможение. Судя по всему, в службе безопасности осталось не так много людей. Ну, ты рассказал не все. Ты поведал о судьбе молодого Жалнара и о судьбе Грин. Но были же еще другие. Были. Был как минимум один шахтер из Вина. Нет, 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 нет. Я говорю про тех, что ехали на поезде. Вы же их взяли с собой. А. Ну, соответственно, до них еще тогда очередь не дошла. Ну, кроме охранников. Их мне пришлось убить, чтобы, если бы чтобы когда произошло расследование, выглядело так, будто они погибли в бою. Да, там был еще как минимум один. Вы называете их мяшанами. Был Сол. До них просто еще не дошла очередь. Тот момент, который я помню. И где они находились в тот момент? Если можно так сказать, в Каме. В том, там, откуда я пришел. Сейчас они для тебя не представляют никакой пользы, я так понимаю, без симфонии и без... Не уверен, что они принесут. Хотя... Сейчас, подожди, мне нужно обдумать этот момент. Сол для меня не представлял никакого интереса. А вот мелкий. Что-то необычное было в этом небольшом существе. Конкретно в нем или во всех них? У меня было не так много времени. Тех воспоминаний, которые мне попали от Вона. Я только знал о той, которую вы называете Грин. Судя по всему, это существо имеет какой-то потенциал не раскрытый. Но у меня не было времени его изучать полноценно. Скажи, а ты обладаешь сверхъестественными способностями, помимо симфонии? В своих воспоминаниях есть такое слово, как магия? Нет. Но то, что я видел в Грин... Точнее, да. То, что я помню в Грин, что-то новое для меня. Подожди, она же нас чуть не подожгла. А мяшани по нашей информации магией не владеют. Ты ничего такого конкретного не знаешь. То есть те способности были не твои? Очень интересно, очень. Мы ведь не говорили на тему того, почему они тут с вами. С тобой, Шейка. Они рабочие? Ну, ты же не шахту сюда, или ты пришла сюда шахту с ними разрабатывать? Или на шахту? Ну что ж, ладно, и в нашей истории были времена рабства. Да, в принципе, они и продолжаются. Какого рабства? Они абсолютно рады этому. Нам тоже так говорили. Я бы так не сказал. Просто... Они не знают, что с ними вытворить. Но ничего. Тактично молчит. Ничуть. Впрочем, не осуждаю.
Я своего рода делал что-то подобное. Так, что? Можем пойти... Мне лишь обидно, если это действительно там есть какой-то необычный потенциал, что вы так бездарно его используете. Вообще, соотношение Миашан к Наалу сколько? Хороший вопрос. Скорее всего, их больше. Гораздо больше. Кубик выдал 20-ку. Блять, ну почему сейчас-то? Ну ладно. Ну считай, ты почти что спрашиваешь про соотношение, не знаю, там, людей и коров, да, там. Ну. Просто так чисто геймплей. Ну нет, то на Алексейшек ничего не отображается. Но чисто метагеймово она крепко задумывается, что будет, если все миашане вдруг овладеют магией. Ну, кстати... Учитывая, что у Нао даже это явно не все умеют. Да. Коровы сегодня по численности занимают второе после человека место на Земле. Их 1,3 миллиардов. Да. Их раза в 4 меньше, чем нас. Но я это не для того, чтобы сказать, что ты не прав, это просто ради интереса. Но все коровы овладеют магией. Да, образовательный Starfire. Я просто помню, что я где-то читал, что на каком-то острове овец в 5 раз больше, чем людей. Ну, там только... Я про это... Ну, наверное, это какой-нибудь Новой Зеландии или что-нибудь в этом роде. Ладно, это не важно. Ну, ты можешь провести нас к тому месту, где вы держали тех, кто еще не был готов? Оно же теперь ничего не значит? Оно ничего не значит. Но я не хотел бы, чтобы со мной случилось то же самое. Я подведу вас к территории. Хорошо. Ладно. Мы пойдем, мы поверим. Хорошо. Вы направляетесь за ним. В принципе, идти вам остается минут 10, за время которой картина особо не меняется. Вы, в принципе, понимаете, что штопор, или если его можно так назвать, еще, все еще можно так назвать, в принципе, не лукавил, если бы вы сюда направились. А, в то время, когда... По пути, я хочу у него спросить. Скажи, а у братьев в случае не было какой-нибудь заначки на территории этой планеты? Они, может быть, откладывали деньги на что-то? Как на все это реагирует Дилан? Он же стоит там рядом. Он охреневает вообще. Что вы вообще так долго разговоры ведете? Ладно. Ну вот разговор пошел за деньги. Да, да. Я вот как раз про деньги подумал и подумал, блин, а как ты это? Я немного не задумывался над этим. Мне потребуется какое-то время. Но... Я могу обдумать это, пока вы будете делать, что вы там собираетесь делать. Без проблем. Хорошо. Вы, собственно, в скором времени вы добираетесь до более такого открытого пространства, на котором расположилось здание. Каменное здание весьма такого, ну, плачевного состояния. Вот. Явно не похожее на то, что вы можете видеть любое здание в июле. То есть такое ощущение, что оно уже десятки лет. Собственно, как минимум десятки лет не обжит. Вот. Перед этим находится небольшой такой пост охраны. Вот. Ну, а даже тут нету какого-то там ни забора,
Никакого шлагбаума, ворот, ничего. Просто вот небольшая будочка на вот этом вот, на входе, да, можно сказать. И дальше видите помещение одноэтажное, но, судя по всему, достаточно вытянутое. То есть отсюда вы можете подозревать, что там... Блин, я даже не... Блин, мне будет тяжело в единицах измерения сказать. Ну вот таких помещений, как в котором мы сидим, ну там хотя бы штук 6 как минимум есть. Ну, возможно, там есть коридоры, которые это все. Ну, в общем, достаточно приличное здание. Продам гараж. Вот. Собственно, перед тем штопор, когда подходит, останавливается где-то в 5 метрах от этой будки, говорит, дальше я не пойду. Что ж, благодарю. Протягиваю ему 3 ИРП. ИРП. Этого немного, и, честно говоря, я не знаю, чем смогу помочь, если смогу хоть чем-то. Он быстренько переводит взгляд на тебя, после чего возвращает. Может быть, ты... Ты можешь не отвечать, но я пока не вижу причин, почему ты помогаешь мне. Чем это тебе выгодно? Ты здесь жил и, возможно, кое-что видел. Может быть, даже сам еще не понимаешь, что это было важно. Мы и сами-то толком не знаем, что ищем. Любая зацепка может быть полезной. Ты видишь улыбку небольшую на его лице. Он говорит, понимаю. После чего делает небольшой шаг назад, видимо, пропуская вас. Собственно, как вы идете сразу в помещение? Да, фонарик у меня, да, входим. Ну, кстати, здесь-то освещение есть. Прямо из здания, в принципе, вы можете видеть, что там есть освещение. Интересно. Вот. А может, и не очень уютно. Вот, тогда сразу интересуемся. А освещение это ты устроил или оно всегда так было? Ну, нам тоже нужен свет. Возможно, даже больше, чем вам. Ну, откуда оно здесь? Какой-то генератор? Тех шахтеров было 2 генератора. А, окей. Один остался там. Резонный ответ. Резервный мы забрали сюда. А, да, они же генератор тащили. Действительно, что-то было. Вот. Соответственно, вы направляетесь к зданию или в будку хотите заглянуть? А, действительно, давай в будку. Действительно. Чего бы и нет. Ты заглядываешь в будку. И видишь там Соло, ну, бородатого, седого, маленького. Вы кто такие? Я вас не звал. Да, кстати, наверное, чуть-чуть музыку-то снимать надо. Ну, пусть чуть-чуть сцена-то изменилась, на самом деле. Вот. Ты заглядываешь, ты видишь Соло, лежащего на полу. Лицо, пол, ну точнее, животом лежащего в пол. Ты видишь, что ну, он у него, скажем так, ну, ты видишь у него его пистолет, судя по всему, тот энергетический, который вы уже встречали не один раз. Вот.
В остальном он одет в рабочую одежду. В принципе, ты понимаешь, что от тех, кто нападал на поезд, он вообще никак не отличается. Повреждения вот... какие-то на теле видны? Давай внимательность. Я 24. Ты вначале ты как бы видишь, вроде ты не видишь однозначно никаких огнестрельных ранений, ничего. Просто вот в глаза вроде как ничего не бросается. Ну, то есть, на первый взгляд, вроде бы ничего нет. Однако, ты понимаешь, что вот, несмотря на то, что, в принципе, его тело, вот его комбинезон, вся его форма достаточно так хорошо закрывает тело, тебе все-таки удается заметить, что у него... неестественного цвета руки и вообще цвет кожи. Он слишком уж бледный. То есть даже для трупа? Даже для трупа. То есть он не то что белый, он уже ближе к серому цвету. Он превращается в Летнева. Ладно, извините, я не могу. Так, кстати, это серая пыль до сих пор под ногами, да? Она здесь повсюду. Но он лежит на ней сверху, не... или как? Его да. Покрывает своей пыли? Нет. Угу. Он именно сверху находится, скорее. Так. Аккуратно тыкаю его кончиком хвоста. Ну, он не просыпается, если что. Нет. В принципе, ничего-то особенного. А если присмотреться к его спине как-нибудь, к затылку? Давай так, если ты делаешь проверку медицины, то это сложность 10. А, у меня медицина, хотя это как раз 10 максимум. Если ты делаешь проверку культуры, то для тебя это тебя 20. Медицину я хотя бы выкинуть могу, там десятка же максимальная. О, 10 ровно. Хорошо. Ты... прокручиваешь свои немногочисленные воспоминания по медицине, и когда у тебя появляется подозрение, ты понимаешь, что ты хочешь отойти от этого тела подальше. И вот, возможно, даже немножко жалеешь о том, что ты коснулся его хвоста. Потому что у тебя есть все основания полагать, что это существо стало жертвой так называемого серого огня. Здесь начнем с того, что... То, что защита костюма включена, это не важно, да? Не важно. Это Сергей давай, давай, Огонь. Давай. Серый огонь. Более научным термином будет называться серый жар. Но такое название, ну, разве что... ученые, врачи, и то вряд ли они будут называть это так. Она называется серым огнем не просто так. Скорее из-за того, что когда болезнь попадает в организм, тело постепенно начинает из, как бы так сказать, начиная с грудной клетки, самый просто очевидный признак. Значит, не то, что очевидный, самый такой запоминающийся... Наглядный, да, признак. Это то, что тело начинает от грудной клетки как будто покрываться вот этим вот языками серого пламени, которые постепенно-постепенно захватывают все тело. Это невероятно смертельная болезнь. Невероятно заразная. Лечение от нее не придумано. Просто потому, что оно обычно возникает вообще непредсказуемым образом. Она
Она практически, ну, достаточно в быстрое время уничтожает всех тех, до кого доберется, выражает. И после этого она обычно просто исчезает никуда, просто когда у нее заканчиваются жертвы. Самым эффективным способом для ее сдерживания является карантин. Это, по сути, единственный ее метод. Просто ее изучать никто... Во-первых, довольно страшно. Мало кто решится на это. Во-вторых, она очень быстро наносится, ну, просто распространяется быстро, и, соответственно, ну, просто не успевают ее изучить достаточно. То есть даже методы распространения неизвестны? Вообще непонятно, то есть нету никаких... И как защищаться тоже непонятно из-за этого. Да, нету никаких прям паттернов, так сказать, которые... Естественно, ну, то есть, это вот самая такая более изученная часть, и никто не может обнаружить паттерны этой болезни. Так, а штопор еще у входа стоит? Что? Штопор еще у входа стоит? Да. Ну, как только эта информация, наибольшим образом от этой болезни пострадали совы. Ну, у них достаточно много было эпидемий по этому поводу. И, естественно, это были очень жесткие карантины, если что. Понятное дело, что, ну, как бы, неприятная часть истории, но ничего, как бы. Как только я узнаю, я отползаю тут же. Да, но. А. С одной стороны, как бы, очень такая страшная болезнь. Но после, судя по тому, что ты помнишь, после смерти она очень быстро погибает сама. Она типа как спит, она вне носителя очень недолго существует. Да. Так. Я все равно резко отползаю от будки. Шеплю Дилану и батюшке. Лучше сюда не подходить. Кажется, у меня появилась теория, почему мой терминал закрыт. Тут же возвращаюсь к штопору, он, видимо, у входа стоит. Я могу попытаться пробросить медицину теперь, ну, глядя издалека. У тебя, соответственно, то же самое, но культура 10. Тогда, наверное, имеет смысл попытаться культуру пробросить. Ну, 20, да. Ну, ты однозначно точно можешь, я все определюсь. Я желательно вообще к штопору обратно иду. Я и к штопору особо сильно не приближаюсь. Скажи, вон там в будке находится тело одного из рабочих. Он тоже был с вами? Он тоже был с тобой? Да. Он давно был с вами? Ну, это один из тех шахтеров, которые, можно сказать, были первой группой. Он контактировал со всеми. Да. А потом кто-то отправился в мой терминал. Из тех, кто с ним контактировал. Я тут же набиваю... Ты ведь здесь до карантина еще? Да. Понятно. Ты не чувствуешь сейчас ничего странного в районе груди? В районе груди нахожусь я. Вот в районе тебя. Я вроде уже спрашивал у Тсина, защищен ли канал связи, по-моему. Хоть он говорил, что да. Есть... Но их да. Я отстукиваю ему сообщение тут же. Скажите. Карантин в мае связан с кое-чем серым. Серостью народа. Это именно как бы именно сообщение. Да. Ему понадобится время, чтобы. В-е-т. Злой смайлик. Секунду. Я еще раз осматриваю вокруг вот эти вот пыль. А когда симфония умирает, она обычно выглядит именно так? Не такого цвета.
знаю, что вас погубило. И очень может быть, оно погубит нас. Не знаю, каким чудом ты еще жив. А ты про эту болезнь ничего не знаешь? Все-таки наш вид достаточно сильно от этого пострадал. Ты про серую смерть ничего не слышал? Может быть, ты даже умеешь ее... Серогонь. Серогонь, может быть, ты мог ее как-то... Я не анализировал эту часть информации. Ну так вот, это оно. Да, ты же сейчас отрезан от памяти всех остальных, получается. Болезнь. Причем, можно ли вспомнить, насколько... Довольно стыдно, честно. Она не изучена, то есть даже нельзя сказать, сколько у нее инкубационный период, как быстро она начинает, она может, то есть... Нет, если ты имеешь в виду, сколько проходит, вообще обычно где-то в районе, у человека, можно сказать, неделя. Ага. Тут не так быстро. А карантин? Значит, он помнит, когда карантин. Или мы даже помним, когда карантин воздвигли. То есть он может сказать, что когда примерно? Вы прям точно не можете сказать, потому что вы прибыли, когда он уже был. Если вы не спрашивали, конечно. Тогда давай спросим у него, а когда примерно карантин установили с MyTerminal'ом? Так, давай сейчас я сам посчитаю. То есть вы уже здесь... Получается, вы приехали, сразу же вы отправились помогать XCHA на следующий, то есть это первый день. Потом были жуки. Второй день были жуки, третий день вы отправились изучать население, в четвертый день вы... отправились в ПЗС, то есть сейчас пятый день, то есть вы уже тут почти 5 дней, соответственно, плюс-минус полторы-две недели. И получается, что вот серого огня здесь не было ажно еще, когда Грин, в общем, вот ваш питомец отсюда ушел. Но болезнь мало изучена. Может быть, она в этот раз ведет себя как-то по-другому. Расскажите мне про нее. Я рассказываю. Я могу попробовать найти ее в воспоминаниях этого существа, но. Хорошо, это потребует у меня какое-то время. Рассказываю все, что знаю про эту штуку. Говорите, неделя. Кажется, я понимаю, почему. Все мы для того, чтобы вырасти быстро, у нас у всех повышен метаболизм. Соответственно, все, что происходит внутри нас, все процессы, они ускорены в несколько раз. Соответственно, и развитие этой болезни могло ускориться. То есть кто-то заразился кто-то недавно, возможно. Совсем недавно. Вполне возможно. Это вполне логичное объяснение. Кто здесь был? Здесь был Грин, и здесь был этот адвокат. С чемоданчиком, привязанным к нему наручниками. Я не знаю, что... ваши подопечные ведь не провозили с собой биологическое оружие. Если только они оказались в тайне действительно умнее нас. С другой стороны, я не могу представить, чтобы... адвокат мог им болеть и даже сам этого не знать. Или мог провозить в чемодане эту заразу. Или же Тадорн мог болеть. Тут на самом деле кандидатов очень много. Если так оно и есть. Возможно, если действительно Май страдает от этого, мы, конечно, не очень. Теоретически даже я могу. Мы, конечно, не
не особо занимались им, особенно после того, как начался этот карантин. Но кто знает, может быть, что-то попало оттуда сюда. Кто-то смог бежать. Я тоже об этом подумал изначально. Но значит, есть какие-то... Это же планета, она пронизана туннелями. Каким-то образом можно перебраться обходными путями. Это опасно, конечно, но если там бушует эта зараза, кто-то мог просто попытаться. Отчаяние. Даже если они случайно попали ко мне... Скорее всего, конечно же, бы они были бы убиты, но это бы погубило меня. В любом случае, давайте все же осмотримся здесь. Да, давайте осмотрим. И мы уже столько времени находимся среди этой серой пыли, что... Если она была заразна, то мы уже точно заразились. И легче будет застрелиться при появлении первых симптомов, так менее мучительно. Хотя самоубийство — это грех. Я никак не могу остановиться метаболизм, так что если вы увидите, это на мне, значит, вы все обречены. А у вас... Ну, охренеть, ситуация просто. Я говорил вам, не надо было сюда соваться. Да, в этот раз мне даже сказать тебе нечего. Подожди, а твой метаболизм и сейчас ускорен? Ты же сказал, для тех, в ком выращивают ваших вот этих вот, он ускорен. А у тебя вот сейчас в нормальном... У меня тоже ускоренный метаболизм. По сравнению с нами. Ладно. Мне необходимо было прорасти внутри него. И он остается, получается, таким и после прорастания. Ну да, наверное, это нужно, чтобы поддерживать все-таки еще один организм внутри. Ладно, я не знаю. Да. Это уже биология пошла, которую не вкачет. Моя жизнь, как этого организма, не такая уж длинная. Если именно по меркам. Даже по сравнению с вами. Но мне этого и не требовалось. Даже если бы погиб. Зурга, который я сейчас, нашел бы другой. А. Ладно, давайте тогда не терять времени, нам нужно смотреться действительно более тщательно. Хорошо. Ответа пока нет. Ответа пока... Пока вы идете. Тебе давай, сейчас я подумаю, как правильно. Нет, у него сенсорный экран, на который не реагирует на нажатие когтей, так. Поэтому ему нужен помощник, но помощник должен набирать вслепую, не зная, что он набирает. Да, и они ссорятся с Беребусом, потому что это единственный помощник. Левее жми, левее. Нет, подожди, дай переверну, ты поймешь, иначе куда нажимаешь. Это звонок. Я отвечаю. Осталось! Ладно, извините, не удержал. Ты понимаешь, что некоторое время как бы молчание. Борис Николаевич. Как вы узнали? Мы, можно сказать, сейчас... Да покажи им просто. А, ну, ладно. Ну, в принципе, да. А, ну да. Собственно, включаю, показываю. А, прям в будку могу показать. Ну, конечно, если лучше отошли. Вам повернуть, либо повернуть тело, либо прям это показывать, потому что, ну, если вы перевернете тело, то, в принципе, будет куда более очевидно, потому что лицом... Ну, там мы уже явно заражены, если что, так что, да. Дрын, просто переведи какую-нибудь палку, можно найти просто? Я не знаю, что вам сказать. Мне самой тяжело, поскольку те, кто контактировал с ним, посещали и Юль-терминал. Медсестра, моя зверушка.
Пока вы говорите, я могу вот перетянуться и выключить камеру на всякий случай, чтобы они не увидели лишнего. Если они увидят штопора, будет нехорошо. Ну, да. Сейчас, в данный момент. Я знал, что это добром не кончится. Я пойду. Я позабочусь о том, чтобы мы проверили всех и, возможно, начали карантин в июле. А, если это туда уже добралось, боюсь, просто нужно объявлять орбитальную блокаду планеты. Я не уверен, что от Майя хоть что-нибудь останется. Особо выделяя данную фразу голосом, спрашиваю. Есть что-нибудь, что мне касательно этого еще стоит знать? Что ты имеешь в виду? Я не знаю, что еще стоит. По-моему, все, что ты сейчас видишь, весьма красноречиво говорит сам за себя. Ну, допустим, проблема Берему с Цветневым. Может быть, в этом есть связь? Слишком много совпадений, но сказать больше об этом я не смогу. Я считаю, конечно, было бы логично составить все это в одно звено, но пока что я вижу это как две разные проблемы. Я не знаю, конечно, понимаю, по телефону его будет очень сложно проницать, но можно попробовать. Так, ты наверх кидаешь. Абсолютно искренне. Что ж, я вам доверяю. На этом с моей стороны больше не будет продолжить разговор. Если ему больше нечего сказать, то можно заканчивать. Я не знаю, насколько это поздно. В машине. В каждой машине. Есть пистолет. Есть детонатор. Должны находиться системы биологические. Системы биологической изоляции. И когда только это началось, мы приняли такие меры. Ну, собственно, вы можете найти в секретном отделении, в общем, на багажнике. Как бы это ни было поздно. Возможно. Я пойду обратно в больницу. Он абсолютно мрачен, ты понимаешь, что он абсолютно мрачен. И, соответственно, на этом все и заканчивается. Ну что ж, вооружимся системой биологической защиты. А что мы теряем? Уже как бы хуже не будет. Может быть, только лучше. Или в этом вопросе. Ну, да, надо посмотреть, не обокрал ли Виктория и нас на них. Нет, на самом деле вы действительно обнаруживаете. Сказать, что это... А? Я хочу перед тем, как... кстати, если ты про Викторию что-то говоришь... Теперь мне кажется немножко странным, что она так поспешно нас покинула перед тем, как идти сюда. Наверное, совпадение, конечно, но... Я теперь... Этот жук был прав, как-то слишком много совпадений на единицу времени. Но я ничем не мешаю, просто я выражаю таким образом свою озабоченность. Так, по-моему, там заменить систему 10 минут. Ну, это как улучшение брони, оно считается. Как я без инфракрасного зрения остаюсь. Ну, в принципе, здесь светло. Ну, не мешает. Ну, фонарик, если что, есть. Так, вот. Вообще. Ты, в принципе, понимаешь, что ты видел этот уже предмет в магазине? Ну да. В принципе, его тебе чуть не случайно не втюхали.
Вместо жаропонижающего. Буквально. Да, да. Я так понимаю, вы отправляетесь внутрь. Ну да. Да. Подготовившись, Гвейн... Я не знаю, нужно ли мне тут поменять. Нет, то, что, нет. То, что было, оно как-то лучше соответствует этому состоянию. Когда ты открываешь дверь, тебя тут же посещает невероятное чувство дежавю. Ты видишь перед собой коридор, наполненный телами, лежащими то здесь, то там, на койках, на полу. Где-то там вдали находится тело. Тогда ты еще не знал, что это такое. Но теперь ты понимаешь, что, видимо, перед смертью существо, находящееся внутри, пыталось выбраться из этого тела. Это абсолютно точно то помещение, которое ты видела в своем видении. Зрелище, конечно, мало приятное. Просто интересно. Ну да, Шика просто ударяет кулаком в стену, без особых повреждений. Что кулаку, что стене. Судя по всему, ты прям понимаешь, что ты видишь картину абсолютно один в один. То, что ты видела. Курва пердоли. Я пердоли. Поправляй, вот ты прям вот как бы... Вот как ты... Сейчас вот ваше. Вот ты видела это место абсолютно так же, как ваше. Ну, кроме как чуть выше и чуть правее. Ну, то есть, как если бы. Ну, как бы, как будто с камеры видеонаблюдения. Да. Она выдыхает, мелодично матерится на родном языке. После чего она, в общем, произносит. Этого мы предотвратить не сумели. Предотвратить? Конечно, мы прибыли сюда. Я знала о том, что это произойдет. Эти проклятые видения, они всегда крайне точные и ни хрена непонятные. Тебя тоже мучают кошмары? Подожди, и ты знала, Тадорн знала. Такое ощущение... И ты тоже знал, что ли? Не, этого я не видел. Похоже, здесь видение у всех, кроме меня. Боже, что я делаю не так? У меня уже давно, не важно. Не, я понимаю, что он шутит, скорее всего. Нет. Не шутит? Он не шутит. Ладно, но это на потом оставим как-нибудь. Чтоб он правда не шутит. Ну, правда, ну, по его усмотрению, да. У меня проницательность плюс 8. По его усмотрению тоже, да. Но вообще он очень, как ты понимаешь, он очень суеверный в целом. А о чем насколько будет? Серьезно к этому относиться? Мы, некоторые из нас, могут видеть картины будущего. Довольно четкие, но... Но недостаточно, видимо, чтобы сюда не прилетать, я так понимаю. Непонятно, когда, где и что ты видишь. Вот это я видела. Один в один. Не, ну вот со мной не так, конечно. А... Тебе снилось, что внезапно оказывалось, что тебе все-таки никто ничего не должен? Очень смешно. Шик и на это не реагирует, а просто ползет вглубь, осматривая помещение. Нет, судя по его реакции, ему реально это снилось, и он реально не боится. Ему не это снилось. Я понимаю, я понимаю. А, ты прав. Ты проходишь по коридору, и, в принципе, заглядывая в некоторые помещения, ты понимаешь, что...
принципе, жизни-то здесь, видимо, нигде не осталось. Ты видишь одну комнату, видимо, выделена под какой-то склад. Видишь одну комнату, которая выделена под что-то среднее между лабораторией и хирургическим. Сейчас. Я вначале, наверное, просто опишу, что здесь как бы. Вот. Спальная комната тут тоже есть, но она такая прям, ну то есть без кровати, просто напольная скорее. Вот. Вот. Вдали ты видишь, что в принципе есть еще одна дверь, но, ну то есть, если тебя заинтересуют какие-то из этих помещений? Ну, во-первых, давай склад посмотрим. Склад. Ну, здесь, судя по всему, хранилось. На самом деле он по большей части такой пустой. Здесь хранится немногочисленное вооружение. Ну, вообще стволов, наверное, 5 где-то. Ну, реально стреляющего оружия. То есть либо огнестрельного, либо лазерного. Но абсолютно разномастное. Вот. Куда больше оружия именно электрического. Вот они однотипные абсолютно. Батарейки. Вот. Это именно из вооружения. Ну и там всякие там пайки, вода, все такое. Вот. Однако один стеллаж, ну, конечно, для вообще этого окружения говорить, что ты видишь банки с рассолом, наверное, не очень было уместно, но это создается впечатление именно такое в первую очередь. Биология? Ну, да, попробуй. Не, вряд ли мистицизм, конечно. Нет, не мистицизм. Вообще не мистицизм. Здесь нет ничего мистического. Так, это 22. Ты сравниваешь то, что ты примерно представляешь, как выглядела та штука, которая находилась в теле. Ну да, я видел скелет. Вину. Да, обоих вину. И, в принципе, судя по всему, вот они. Скорее всего, это то, что должны вживлять. Они двигаются? Нет. Они серые? Да. Что ж, герметичность. Ну, спасает. Как бы... Ну, тут бы не сказать, что они герметичны, на самом деле. Это, во-первых, ну, банки – это такое, конечно, очень грубое название для этих контейнеров, для содержания. Но, в принципе, они, можно сказать, открыты, части этих огурцов в некоторые лианы. Они, в принципе, выходят на поверхность, ну, частично. Скорее всего, таким образом оно получало кислород. А, понятно. Так. Ну и, возможно, питалось углекислым газом. Уже таких подробностей ты не знаешь, как у этих существ организовано. Ну что ж, по крайней мере, если кот и кустарник выживет, ему здесь есть что поесть. Ладно, вроде бы ты думаешь, он будет есть самого себя? Я киваю на пайки. А, ты про пайки? Да. Ну да, Дилан как раз немножко так наклоняется, и он как раз об этом думал. Но да. Оружие его не интересует? Да это какой-то хлам. Ну, по сравнению с тем, что было у меня. Было? Ну, я же на поезде потерял. Так возьми новое. Это хлам. Ну, это шило на мыло. Как хочешь. Значит, тут вроде хирургическое было отделение, да?
Ну да. Давай его осмотрим. Медикаменты, может. Когда ты подходишь ко входу, ага, ты внезапно сознаешь, что в твоей голове говорит голос. Мужской. Он спрашивает. Где деньги? Да, где деньги, Лимовский? Где деньги взять? Да нет, это было очевидно, я в принципе это предусматривал, да. Ах ты ж, я слишком уже. Ты слышишь в этот момент мужской голос, и он говорит: кто здесь? Ну, вот он у тебя в голове. Кто здесь? Помогите! Не убивайте!